Да-да, всем привет! И как всегда на канале Пресс-старт, я Николай. Что ж, играем дальше. Red Dead Redemption 2. Так, думаю, я все-таки первым делом я направился на ограбленниц. Я думаю, это будет немножко интереснее, нежели будет миссия для помощи индейцам. Тем более, да, Вандерлинда говорил нам, что, говорит, надо большое дело, чтобы нам отсюда свалить. Так, а куда нам идти? А, я думаю, вот сюда. Хорош. Стопы, лошадка. Так. Ого. Может, здесь куда? А, ну вот и он, да, в принципе. То есть, так, а вот и мы. Пошлите, не останавливайтесь, опоздаешь. Развлечение в городе, а ты, который мне свой глаз чесал, да. Мы куда спешим, нам надо уехать навсегда. Мы неплохо подзаработали за последнее время, но если мы хотим уехать все вместе, нам нужны будут деньги на корабль. Я нашел одного доброго капитана. Он согласен доставить нас в Австралию или там на Таити. Да какой Таити? Ага, и за землю, которую мы получим, когда приедем туда. Без лишних расспросов. Мы исчезнем. Начнем новую жизнь. А где, черт возьми, находится это Таити? На юге Тихого океана. Нетронутый рай. И кто там живет? Таитяне. Мы заработали немного на том дельце с речным пароходом. Но недостаточно для того, чтобы начать новую мирную жизнь. Откуда остальное? Здесь. Мы что, ограбим это место? А чё раньше, мы трубы чинили? Не знаю, заметили ли вы, но у нас не так много времени. Полагаю, у нас есть несколько дней. Прежде чем появится Пинкертон, и тогда нам конец, нам нужны деньги. И как я слышал, деньги здесь есть. Отлично, ни лошадей, ничего, просто пришли, грабим. Дамы и господа, это ограбление. Делайте, что я говорю, из вас никто не умрет. Так, ну чё, я тебе сказал, грабить буду. Бандит, горожан ограблено. Ага. Ограбить, ограбить. Ладно, ладно, забирай, молодец. Где еще? Да хорош, хорош. Ну чё там, бакс? Ну и ты мне нужен. Ты мне нужна. Давай, бабло, гони сюда. Ага. Закройте дверь, впустите моего товарища. Ага. Так, вот туда нам, вот туда. Тогда уходи оттуда, готовься встречать. Давай быстрее открывай. Мы не хотим, чтобы кто-то из вас пострадал. Мистер Рэм, проверьте сейф. Оставить кассира, открыть сейф. Ну, давай, открывай сейф. Открывай. О, молодец. Опустошить. Ех, я сейчас буду просто дико смеяться, если там будет какая-то мелочевка. Так оно и есть. Тут почти ничего нету. Здесь должны были быть пачки денег. Он сказал, что тут, посмотри, еще. Нет, тут только несколько долларов мелочь. Вот и все. Черт, у нас проблема. Снаружи столпа копов. Выходите, мы окружены. Вот. Да, у нас... Я так и думал, что нас подставят. Трамвай, трамвай. За мной, джентльмены. Баба, все, мы угнали трамвай. Вообще красавчики, просто гениальная идея. Угнать трамвай. Этот, говорит, трамвай едет в Таити, надеюсь. На, по башке. Откуда? А, вот он ты. Мимо, да что ж такое? Где моя лучшая винтовка? На тебе. Живым или мертвым, а мы в розыске вообще бомбические. На. Где? Всадники слева. Артур, да ну слева. Ага, поменять сторону. О, не вижу, нифига. На, чё... И тебе держи, дружище. Куда ты? Поменять сторону снова. Ага. Вот это я понимаю. Вот это да. Где-нибудь видели в GTA, чтобы там можно было угонять трамвай? Ах, чуть-чуть. На выход. На, Артур. Притормози эту штуку сейчас. Ага. Притормози, говорит. А, мы так и будем, короче, по карусели кататься, да? Он сломался. Держитесь. Ух, ничего себе мы учинили тут беспорядок.
О, да, все плохо, все просто очень плохо, хуже просто быть не может. Или может. Дач. Ёлки-палки, да. Ваша шкала меткого глаза, ага, меткого шкала, на другого глаза. Да давай, чё ты? Так, мимо. На, чё, в лысое, а, не, в лысое плечо. В лысое плечо, лысой башки. Ага, все за меня сделали, хорошо. Да хорош уворачиваться. Эх, блин, да какого фига-то? Меткий глаз. Попадание раз. Ха-ха. Куда, куда следуйте за Леней? Куда следовать за тобой? Мы все тут окружены. На, мы на диком завтра. А, убегают, они убегают, я сейчас тут один останусь. Скорее, Артур, в переулок. Да вижу, вижу, вижу. И так бегу изо всех сил. Ай, ай, да чё за... Сюда пошли, да идем, елки-палки. Да офигеть. А, я чуть дальше не подстрелял. Так, все, понеслась, понеслась, понеслась. Работаем, работаем, работаем. Перезаряжай. Все, по шестерке. Да, он. А, ты вон наверху, да? Так, все хорошо. Берегись, дорога перекрыта. Ага, берегусь. Круто. Ах, нам туда. На, так. Что тут у нас? На. Да я просто снайпер. Ой, все, лошадка убежала с тобой. Она что-то прям как-то все со здоровьем очень плохо. Ах, один патрон был. На. А что будет есть? Ах, по ноге прям бабах. Вот это нормальные стволы у меня. Брык. Так. Все, пока что вроде все чисто. И что, мы так будем по всему городу уходить? Да офигеть. Вот это я понимаю. Лошадку, лошадку. Да и куда там высунулся из лошадки? Я тебе не очень советовал. Ага, вот он, ты тут еще. Держи, дружище, в пачку. И получишь водокачку. Да. Пошли дальше. Куда? Куда? Блин, ну это, конечно, жестянка. Но сколько там у них копов во всем городе? Да, блин, а чё так это? А ты чё такой? На. Это наш шанс. Вперед. Какой вперед? Какой вперед? На, в плотничка. Ай-яй-яй. Надо спрятаться. Надо спрятаться, надо спрятаться. Так, держи, дружище. Да, блин, не, ну, два ствола, конечно, хорошо, но косят они прям жестко. Бегом к повозка, повозка. Все, повозка, это хорошо. На, чуть это раскорячило, дружище. На, еще разочек. Эй, хорош, давай, запрыгивай, садитесь на повозку. Давай, пока другие не подоспели. Оп. Сильно получил по голове. Да, конечно, вы, блин, вы трамвай перевернули. Да хорош, а, остановись уже. Еще терминатор, что ли. Блин, он лежит прям, на, ну чё ты. Ух, эх, как он красиво с лошади навернулся. Да, эх, люди-то. Да куда, да я, чё он такой этот дерзкий-то, ну три по... Да такую маслину тоже слови, на, прям в башку. Опа, все, да, у него лошадка понеслась. Как красиво все это происходит. Погоня на скоростях 20 км/ч. Это же ж просто нечто. Справа, да вижу. И тебя вижу. Хе-хе, полетел. Да, да это прям какая-то конкретная прям подстава. Да и ежу было понятно, что какая там на трамвае, кроме как мелочушки, ничего и не будет. У нас просто этот крендель... Опаньки. Попробуй это. Чего?
Да ладно. Надо будет по ней стрелять, да. Я думаю, неплохо так. Неплохо, мы прорвались. Да, конечно. Не останавливайтесь. Ты как там? Обо мне не беспокойся, просто вытащи нас отсюда. А, так это в повозке дальше сидел. Неплохо так. Награда 450 баков за нас, блин. 450 бачинских по тем деньгам. Да это же несусветное вообще. Сокровище целое, блин. Не кисло так, конечно. Кажется, погони нет. Да, конечно, мы всех копов, кого можно, перебили. В следующий раз, да, не будем забывать об осторожности. Наводка была заманчивая, я знаю, но что же, мы ушли. Только благодаря тебе, не стоит благодарности. Ого, ты хороший парень. И мы получили по 15 долларов на каждого. О, еще и четвертак. Нельзя забывать о четвертаках. Он нас подставил. Обвел меня вокруг пальца, как дурачка. Натравил на нас законников. Что мы ему сделали? Что я ему сделал? Видимо, он считает себя главным в городе. И ему здесь такие, как ты, не нужны. Ну, что будем делать дальше, Дэч? Нам просто нужны деньги. Одно удачное дело, и мы уезжаем. Не будет его. Думаю, надо попытать удачу с банком. Хоть я согласен. Даже после всего этого, особенно после всего этого. Чувствую себя не слишком хорошо. Ты крепко приложился головой, дружище. Ладно, я отвезу тебя обратно в лагерь. Эй, ты отлично себя проявил, Ленни. Жаль, что дело не закончилось поудачней. Неудачи случаются. Ага, а нас-то хрен ли здесь-то высадили? Развлечения в городе. Ну-ка посмотрим, что там нужно было вообще. Убей здесь законников, не сходя с трамвай. Дайте законникам запрыгнуть за один повод. Так я и не дал им запрыгнуть. Попадите по динамиту, который кинет Лени. Так я по нему и попал. Блин, я вообще не понимаю, как вся эта шняга. О, а как эта лошадка моя оказалась здесь? Ладно, черт с ним. Что там дальше у нас есть интересное? Я так понимаю... Ага. Че, подожди, а где все задания-то? Где все задания? Только не говорите, что... Нет. Парящий орел, только не парящий орел. Ну, пожалуйста. Че, реально, что ли, один парящий орел остался? Да вы серьезно? Леопольд Штраус. Опять какие-то, ну, долги выбивать. Хочет с нами поговорить. Хочет, пусть говорит. Так, ну все как-то все печально и плачевно. Нас везде разыскивают. Все плохо. Блин, я опять не выбрал, что нам туда идти. Шайдибель. Ну, погнали пока к Шайдибель. Я не знаю, может быть, надо просто там поспать. Я не знаю, может, задание обновятся. Опа, стоямба. Да хорош. Кого-то мы быстрее. Да хорош. Кого мы там стреляли? Лиса? Койот. Койота мы подстрелили, неплохо так. Оп, сразу. Плохая шкура койота. Я как бы вообще прям на другое даже как бы и не рассчитывал. Эй, а куда мои шкуры все делись-то? Какого здрасте? Калифорнийский койот, его жрать-то можно? Калифорнийский койот, справочник обновлен. Я понял. Так, ну блин, черт с ним, поехали делать, выполнять вот эту вот хренотень. Вот у этого вот горного орла. Отцы Америки. Ага, я понял тебя. Дилижанс. Прям возле этого. Здрасте. Да офигеть, сколько. Так, ну что, зашибись. Ладно, погнали. На этом месте, скорее всего, будет склеечка. Я сразу как бы перенесу нас туда, но потому что, блин, все видео займет.
Так, магия монтажа, скорее всего, здесь будет где-то, потому что мы приехали. Так. А, ну вот он, этот чувак. Кто он там? Парящий орел? Подобрали вон шляпу какую-то. Ты пришел? Конечно, я же сказал, что приду. Отцы Америки, часть 2. По имени Данбери. Папки лежат в чистке. Там, где окно с поднятыми шторами. Ага, вижу. Ага, я вот ни хрена не вижу. Люди мистера Корнелла уничтожат их, если заметят тебя. Я же пойду один. Я сделал так, чтобы они меня не заметили. Что в этих папках? Там найдется отчет нефтеперерабатывающей компании Лиланда. Деньги у тебя? Да. Не знаешь, как мне пробраться туда? Или спрятаться в одном из фургонов. Они постоянно сюда приезжают. Пойду взгляну. Если попадешь в беду, зови. Я думаю, что весь смысл в том, чтобы здесь ты был ни при чем. Если будешь действовать быстро, сможешь забраться в тот фургон. Видите, фургончик. Так, кинематографический вид. Ага, рысыть. Ага, вот оно что. Короче, мы раз и как бы пробрались в фургон. Так, круто, бомба. Досмотр, если они скажут, да, и посмотрим, что там. А, ну не, ну это если свои, то, конечно, да ладно, хрен с ним, посмотрим. Ух, и сразу погодка из солнечной испортилась в такую дождливую, темную, мрачную погоду. В принципе, как сейчас за окном. Но да не суть, дело важно. Короче, миссия будет по стелсу. По крайней мере, она предполагает стелс. Потому что я так понял, если тебя заметят, все, кранты, приехали. Финита. Ну что ж. Он показал, говорит, где, а я даже вот вообще нифига не понял, где это там зашторнутые шторы. Эх, там народу до хрена. Ты, Эл. Привет, Том. Забираешь груз? Ага, нужно успеть к первому поезду в Сен-Дени. Ясно, тогда поторапливайся. А, и мы такие так лежим, такие, ну как бы не при делах, все нормально, все спокойно. No smoke. Ага, no smoke. Так, нам покажешь, куда нам надо выпрыгнуть? И так и вообще как бы никто и нас и не заметил. Так, я начинаю погрузку. Выйти из фургона. Ага. Сваливаем оттуда. Быстренько. Ох, мы все мокрые. Прокрадитесь на фабрику. Ага. Прокрадитесь. Так легко все это говорить. Прокрадитесь. А, подожди, не на второй этаж, да, я так понял. Нам надо сначала на первый прокрасться. Крутотенечка. Там такой звук был, я не вообще. Так, а нам вообще кого-нибудь можно шваркнуть? Опа-цки. Ага. Все, все. Оп-оп-оп-оп-оп. Ага, они тоже куда-то сваливают. Так. Тут вроде бы как бы... Ага, вот он как бы мне открыл проход. Вот тут надо пройти. Вот так тихо-тихо-тихо-тихо. А я вот так тры-дынь-тыдынь-тыдынь-тыдынь, как этот... Опа. И никто, ни одна живая душа не услышала, как мы... Куда? Вот это прикол. Ну, мы ж прям вообще капец какие незаметные. Так, я так полагаю, вот это именно. Ага, сама незаметность. Оп. О, это, наверное, есть Данбери. Кто что? Кранты тебе, чё? Успокойся, друг, меня это время немного не займет. Допросите. Чё, а это мы умеем. Данбери, ага. Да. Вдруг мне нужны кое-какие бумаги, ничего важного, одна папка из главного офиса. Ты не из главного офиса. А это сейчас важно, ага. На, мне нужна папка с бумагами нефтеразведывательной компании Лиланда, с теми, которые написано про нефть рядом с Вапити. Чё ты? Бах, ты получил по морде, сейчас еще раз получишь.
Чё? Сюда иди. Danbury. Данбери, подумай, не теряй голову, это будет ужасно неудачно. Особенно в комнате, где такой красивый пол. Ха-ха-ха. На, еще раз по мордям с сапога. Ты что такое? Она здесь, она здесь. А, видишь, ну как, молодец. Да. Ты чуешь? Я тебе сейчас дам. Давай ее сюда. Взять, папка взять. Ага. Хватит. Взяли. Так. Ты поступил правильно, Дан, берешь ма, правильно, за это тебя повысят. О, Данбери. Данбери, мистер Данбери, у вас все хорошо? Скажи охраннику, что все в порядке. Да, просто я работаю, все хорошо. Молодец, Данбери, не шуми, иначе главный офис снова отправит меня к тебе. Сбегите из кабинета через окно. А может его это? Ну, шмальнуть? Блин, упали он будет. Шик. Я бы вообще ему не советовал поднимать тревогу. Как? Эй, а ну стоять. Бросай оружие, подними руки наверх. Полегче, парни, живо мы повторять не будем. Да ладно, какого дьявола? Башка. Башка. Валим, 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 валим. Да откуда ты стреляешь, дружище? Нам что, определенное место куда-то надо? Блин, какого черта я... Экспресс? Не, не экспресс. Да, елки-палки. Одно экспресс... Ты куда? Экспресс-патроны взял, что ли, только? Блин. О, выносливость 75%. Ух, нифига себе тут по мне это палят. Их какой тут огонек красивый. Да куда? На, держи подачку. Маслину! Так, нам надо сюда, да, бежать? Я понял. Орел, сюда! Документ у тебя? Да, надо валить отсюда ко всем чертям. За мной! Вот это я понимаю в натуре. Орел, орлик. Неплохо, так неплохо. Покиньте фабрику вместе с парящим орлом. Неплохо он так выручил, прям вообще прям. Винтовка, редкая винтовка с откидным, лук снять, убрать. Ланкастер, вот лан... Экспресс, да? Да чтоб вас, да чтоб вас. Обычные, скоростные... А, ну экспрессы помощнее будут, ладно. Они гонятся за нами, да я вижу, что делать. На, прям-таки. Ничего себе, он с луком управляется. Не, ну он индеец-то, понятное дело. Надо от них оторваться, говорит. Да ну брось ты, зафига, на чем она? Тут не надо нам это все. Где нар... Твою мать. Спрингфилд. Винтовка Спрингфилда. Во! А, это таким с затвором, с долгим. Но убойная. А чё ты стоишь-то? Я чё-то не понял. Чем стреляй-то? О, нифига себе. Кажется, их больше нет. Да логично, ты видел, с какой я гаубицы по нему шмальнул? Я думал, ты не собираешься вмешиваться. Я думал, ты придешь и уйдешь тихо. Спасибо. Ты спас мне жизнь. Спасибо. Я надеюсь... Ну, я не знаю, на что я надеюсь. Ха. Но, может, нам... это нам пригодится. Вот деньги. Спасибо. Оп, бабочки, лавандосики. Общая добыча 250 баксов. А, ух, ничего себе, на серебро. Убейте всех конных преследователей во время побега. Выполните с меткостью. Да в задницу вашу меткость. Ага, видимо, все-таки надо было еще вот именно эту миссию пройти, чтобы открылась следующая миссия, задача. Да, здорово, прикольно, круто. Там вон горит, кстати, вдалеке. И какие-то зеленые огни, похожие на огни из душ. Так, ну а на этом пока что закончим.
Продолжение будет следовать далее. Там немножечко сделаем выпусков по Звездным войнам. И посмотрим, тут есть еще парочка новых игрушек. Может, можно будет сыграть Человека-паука или в что-нибудь из Лего-игр. Посмотрим, определимся в будущем. А пока что подписывайтесь, друзья, ставьте лайки. Всем пока!